Конституция, которая принималась в далеком 93-м году, она, в общем, понятно, в каких условиях создавалась и понятно, кем она писалась. Вот. Сегодня это все назрело, и надо было делать раньше. Поэтому, конечно, я голосовать буду точно «за». И, в принципе, все поправки, которые там есть, они мне все импонируют. Я приду, бесспорно поддержу внесенные поправки, они широко обсуждались. И самое главное, да, что не носит социальный базовый характер. Да, это основа. Ну и, бесспорно, это завтрашний день государства. Страна должна объединиться, поправки тоже на это влияют. И я обоими руками голосую за поправки президента. На что мы обратили внимание? Это на поправку к основному закону о ежегодной индексации пенсий. Это уже и юридическая защита, это социальный вопрос. Поэтому прописать это в основном законе на сегодняшний день это чрезвычайно важно, поскольку люди всегда волнуются, а старшее поколение тем более. Как это будет? Это гарантированное право каждого вот пенсионера.